Всем привет! Это канал Cool Film. Сейчас я расскажу вам про новое клевое кино, которое называется «Крепкий орешек 6». Живы будем, не помрем! Бесстрашный Джон МакКлейн может вернуться на большие экраны. Ходят слухи, что выйдет приквел, в котором нам покажут молодого Джона. Мы узнаем, как ему удалось стать таким крутым полицейским, способным в одиночку уничтожить вооруженный до зубов отряд противников. Вполне возможно, основа сюжета будет взята из графической новеллы «Крепкий орешек. Год первый». Понятное дело, Джона МакКлейна сыграет не Брюс Уиллис, а другой молодой актер. Но кто он? Пока неизвестно. Хотя сам Брюс Уиллис тоже вполне может появиться в образе рассказчика, потому что без него «Крепкий орешек» точно не получится. Это как «Терминатор» без Арнольда Шварценеггера. Дата выхода шестого «Крепкого орешка» на данный момент неизвестна, поэтому в ближайшее время первого трейлера ждать не стоит. Пусть пятый фильм с заголовком «Хороший день, чтобы умереть» получился не таким успешным, но я точно уверен, что новое продолжение воскресит франшизу. Главное, чтобы там появился Брюс Уиллис. А что вы думаете об этом? Обязательно напишите в комментарии. Хотите поиграть в какую-нибудь клевую игру вместе со своими друзьями? Тогда заходите на сайт gameimba.ru. На нем собраны все самые лучшие бесплатные онлайн-игры. Короче, заходите на сайт и начинайте играть прямо сейчас. Ссылка в описании. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, азаза. Подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Всем пока!